Привет, ребятки! Сегодня я вам покажу, как наделать карты для игры Critical Strike. Это такая игра для Android и, в принципе, в версию много кто играет. Это такой клон Country. Сейчас покажу, в общем. Качаем себе программу Google SketchUp. Она весит там немного, мегабайт 40, насколько я помню. То есть, вообще легко. Так, дальше вот открываем ее. Она на русском, в принципе. Вот берем здесь вот эту хуету. Прямоугольник, как написано. Дальше. Вот делаем вот так. Дальше вот берем здесь это тень толкай. Вот так. Дальше берем вот здесь круг, например. Вот так. Блять, их забыл, как их ставить. Ладно. Как-то так. Точно. Так. О. Так, ребята, теперь что теперь, блять? Теперь надо залить чем-то. Вот. И вот, а это вот камешками, чтобы прикольнее было. Ну, дальше берем вот здесь файл. Импорт 3D модель, так, да. Вот так, здесь пишем название карты. Например, вот такое. Блять. Вот. Так, кажется, все правильно. Вот этот формат выбираем. Вот, DE. Именно формат DE выбираем. Все, жмем экспорт. Так, у нас есть карта. Не знаю, будет она работать или нет. То есть, какая карта у вас будет работать. От чего это зависит, наверное, от... Не знаю. От погоды на Марсе. Наверное. Так, заходим в Dropbox свой. То есть, если у вас нет дропбокса, быстро его регим. Потому что без дропбокса у вас нихуя не получится. Так. Так, карта в дропбоксе. Вот она. Теперь надо обновить страницу дропбокса. Дальше вот. Жмем вот эту хуету. Вот что получаем. Здесь вот нужно нажать копировать адрес ссылки. Или, если вы сидите из оперы, начать ее качать, а потом выделить. Ну, вы поняли, просто на ссылку прямую. Так. Теперь все еще проще. Как добавить карту? Так. Заходим вот сюда. Здесь создаем игру. Вот здесь add map. Вот здесь в конце хвосте карты вот это удаляем, чтобы DE было последним. Дальше жмем добавить карту. И все, собственно. Так. Да, она запустилась, на мое ебучее удивление. Да, вот она. Карта, как вы видите. То есть, вот уже какой-то долбоеб подключился. То есть, это, блядь. Какой дебил будет на этой карте играть, я не знаю. То есть, вообще, на Google SketchUp нормальной карты, в принципе, не сделаешь. Там стены так... Блядь! То есть, раньше можно было делать карты в связке с 3D Max и Unity. То есть, на Unity можно было там прописывать свои... На карте свои там разные команды. То есть, лестницу там банально прописать, телепорт и такую прочую хуету. Сейчас же нихуя этого нельзя. То есть, карту с лестницей не сделаешь. В 3D Max там разве что импортировать, это, блядь, такая хуета, потому что, ну что за карта будет без лестницы там, вообще нихуя нельзя своего на карту добавить, это унылость такая, что просто я не знаю, зачем админы убрали формат вот этот, что был Unity, и оставили, чтобы юзеры могли загружать только в этом формате, потому что полная поебень, собственно, блядь, то есть нереальная поебень, раньше было очень много классных карт, а сейчас вот школьники наделают вот на Google SketchUp, вот таких здоровенных, огромных карт с абсолютной пустотой, вот одинаковым небом на всех картах. То есть это просто пиздец. В общем, как делать карты, вы поняли. То есть я вам советую просто делать карты где-то в другом месте, не в Google SketchUp, а потом уже импортировать туда. Там есть экспорт, импорт. Ну и, в общем, вы поняли. Всем пока, блять.